Наталья Демшова. Она девушка, которая живет в городе Витебске. Это прежде всего. Ну и потом это человек, который рисует. Еще это человек, который работает в художественной школе учителем. Вот. Ну и я по натуре мечтатель. То есть я из тех людей, которые выдумывают жизнь для того, чтобы эта жизнь для тех, с кем я поделюсь своими мечтами, стала реальностью. Я рисовала здесь, в этой башне, 7 дней. За 7 дней вот сотворила вот эти работы на все 4 стороны, как я называю. Посмотрела и сделала. Но это все-таки образ города в первую очередь. И выставка называется «Мое время, пространство и образ», да, то есть как время я взяла средневековье, и характерным как бы эпитетом к средневековью я взяла монашество и рыцарство. Тогда общество поделилось на 2 ветви, которые, ну, в дальнейшем развивались уже вот как в дереве, да, верхушка на 2 ветки рассеклась, и получилось вот монашество. Это белый монах, эта картина посвящена рассвету, когда над городом встает солнце. Солнце обычно на рассвете, оно всегда красное, хотя думают, что обычно оно на закате красное, на самом деле на закате оно желтое по законам цветоведения, а на рассвете оно красное. Поэтому там есть красный конь и 2 белые лошади, которые пасутся, и среди них монах читает молитву. Вторая работа – это рыцарство вот это вот, да, то есть когда рыцарь решает, что у него есть дух, воля, для победы, для героизма, он создает, ну, этот образ героя, и его основная цель – это победа, и посвящение – это победе к благородному делу какому-то. Вот. Поэтому в данном случае здесь город дан в виде козы. Вот коза – это тот растаявший снег, который лежит вот буквально там на крыше амфитеатра. Это такой пятно высыхающего, тающего снега, можно так сказать. И вот эти линии перила, они как-то вот создали для меня такой ритм движущейся фигуры героя, который потом находит свою Донну Анну. Одна из работ – это закат. Ну вот тут, в принципе, взята вся вот эта площадка, потому что башня стоит на низине, а вверху, как в чаше, мы находимся. И вот эта витая лестница, она вот дает вот этот круговорот такой внутри, вот в центре этого квадрата, потому что башня квадратная, называется духовской круглик, и вот это округление, оно было выражено в этой работе, получилась такая вот рыба. Но рыба – это знак духовности и в искусстве, и поэтому она сюда, ну так, очень пластично легла вот в этот такой белорусский угорь, можно так сказать, если посмеяться немножко. Вот. Но в основном это там тема пейзажа, то есть это все окрестности, площадки вокруг амфитеатра. Работа вот за вами, с этой стороны, она больше посвящена птицам, которые ходили здесь по карнизу. То есть пока рисуешь, пока они там летают, они иногда сюда вот прилетали и там ходили тут. Ну и я нарисовала такое движение, то есть свое собственное движение ног, которая, ну, почти на одном уровне с птицами, и поэтому там получилась композиция, ну, там сам художник ходит среди птиц. Цель моя – развивать талант, который дан от Бога. А то, что он есть, это, в общем-то, подтверждение людей, которые меня учили. Вдохновение. Вообще, по правде сказать, вдохновение приходит от количества света для художника. Ну, как глаз – это его инструмент, и как только глаз начинает чувствовать изменение освещения света, тут же приходит идея. То есть вот световые сутки, они и являются моим вдохновением. На будущее. Есть один такой маленький планчик, выставиться в художественном музее. Эта выставка будет называться «Ступени». Я год буду готовиться к ней.